В этом видео мы рассмотрим вкладку Reports – отчеты программного обеспечения Fluke Energy Analyze Plus. Сначала выберите вкладку Reports. Здесь мы видим некоторые основные данные. Это сводные данные. Это та же информация, которая содержится на вкладке Project Manager – менеджер проектов. Клиент, местоположение, описание. Здесь также содержится информация об измерении. Она состоит из двух наборов данных – параметров устройства и параметров измерения. Оба набора данных включаются в отчет. Здесь вы видите два элемента, для которых мы создали закладки во время предыдущего исследования. Это график гармоник. Можно перетащить гистограмму сюда и открыть ее для более подробного изучения. Вы видите спектр, который мы записали ранее. Затем мы можем перетащить этот график и рассмотреть его тоже. Мы создали очень простой отчет. Его можно экспортировать в этом формате. Это предварительный просмотр отчета. Он содержит информацию об устройстве, сеанс, гистограмму и график гармоник. Это был краткий обзор создания отчета с помощью Fluke Energy Analyze Plus.